Весь гостиничный фонд на кордоне центральный. Для участников «Авачи Рейс» забронировали более 20 домов на 118 мест. Заместитель директора парка «Вулканы Камчатки» Эдуард Тарасик также рассказал о том, как будут размещены каюры с собаками на период гонки. Напомним, она стартует 19 февраля в долине Уюта в рамках зимнего фестиваля «Берингия». От природного парка в сопровождении гонки будут задействованы инспекторы, представители отдела мониторинга и туристического отдела. Также парком будет подготовлен резервный запас продуктов. Организаторы предварительно сказали, что будет порядка 60 человек, но забронировали мы весь объем на 3 дня. Поэтому для проживания всех участников гонки природный парк «Вулканы Камчатки» обеспечит в полном объеме. Затем кухня, которая есть непосредственно также на кордоне центральном, она также будет предоставлена организаторам для приготовления пищи именно как каюрам, так и обеспечивающей группе. Места для приготовления пищи собакам также будут организованы. Непосредственно у каждого каюра будет свое место, для того, чтобы собаки между собой не дрались, не кусались, и в том числе и иных участников гонки не покусали.